Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FunCam на обзоре мультимедийной системы на базе Android от компании Canbox для Ford Focus первого поколения. Линейка H-Line с 7-дюймовым экраном устанавливается в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Меняется полностью вся вот эта панель. Рамка выполнена из черного матового пластика. Все кнопки переставляются, кнопка аварийки переставляется, все функционирует, работает. Также в рамке есть вырезы под весь вот этот блок. Сюда переставляются оригинальные часы, но по желанию клиенту сюда вывели USB-порты. Рамка достаточно неплохо вписалась в интерьер автомобиля, так как, допустим, вот эта вот панель, она из очень похожего матового черного пластика. Здесь также вставки из черного пластика, поэтому в целом все достаточно неплохо здесь выглядит в салоне автомобиля, ну и, конечно, гораздо более современно. На мультируле нету кнопок управления магнитолой, поэтому рекомендуется докупать специальные беспроводные кнопки, разработанные специально для этих магнитол. Здесь же в этом формате все управление идет сенсорное. В целом достаточно комфортно всем пользоваться, но в дороге все-таки удобнее пользоваться именно физическими клавишами, поэтому на это тоже обратите внимание. С подсветкой адаптировали, при переключении габаритов автоматически регулируется дневной и ночной режимы. Вот такая вот панель была изначально в автомобиле. Достаточно простая магнитола, которая не обладала никакими функциями. Здесь же современная мультимедийная система, работающая на базе Android. Все работает очень быстро, плавно, громкая связь здесь доступна. По качеству звука она гораздо интереснее, чем штатная магнитола. Есть DSP-процессор обработки звука, есть эквалайзер для настройки. Есть поддержка Android Auto либо CarPlay, как проводным, так и беспроводным способом подключения. Поддержка Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Самые популярные здесь приложения уже предустановлены. Яндекс.Навигатор здесь идет как навигационное приложение по умолчанию. Одно из самых популярных навигационных приложений. Яндекс.Музыка также здесь уже предустановлена. Интернет-радио. Штатную радиоантенну также, конечно, и множество других полезных мультимедийных функций, которые ранее были недоступны в автомобиле. Обращайтесь к нам в компанию за мультимедийными дооснащениями для вашего автомобиля. Есть решение на практически любой автомобиль, также и на этот автомобиль есть различные комплектации мультимедиа, от бюджетных до премиальных. Вся подробная информация на нашем сайте. Также наши менеджеры всегда готовы вам будут подсказать и подобрать лучший вариант. Есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Есть собственная служба технической поддержки, которая ответит на все ваши вопросы. И от магазина дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи!